Всем привет! С вами снова Настя Анимеш. Добро пожаловать на Ом-Ном-Ном Шоу, где Аня Мэш и Мяв соревнуются в приготовлении сладостей с Лили и котиком Саймоном. Страшно подумать, но этот коллаб я взяла еще где-то в начале мая. И вот, как видите, завершила только сейчас. Моим соавтором стала Снежана Коробка. К великому сожалению, Снежана удалилась недавно с ВК, и мне не удалось узнать имена этих замечательных персонажей. Так что я их решила самостоятельно назвать Лилией и Саймоном. Этот арт был очень интересным, и я рисовала его с особым удовольствием. Все-таки я как-то подустала от поняш. В принципе, я могла нарисовать любого своего персонажа. Но когда увидела готовую часть Снежаны в окружении сладостей, поняла, что тут нужно изобразить только Аню Мэш и только ее. Рисовала я в Сай на своем любимом планшете Genius Japan 560. Потратила на эту работу примерно 2 или 2,5 часа. Кстати, большое спасибо всем тем, кто, увидя мой скриншот с процессом работы, дал мне парочку советов по улучшению и коррекции фигурки Ани. Я постаралась исправить все то, о чем было сказано. Уже получилось у меня это или нет, решать только вам. Идея с Ом-Ном-Ном Шоу возникла в процессе работы. Я вспомнила, как одно время очень фанатела от шоу «Правила моей кухни». Может быть, кому-то оно знакомо. И вот я представила, как бы моя Аня Мэш там выступила на этой кухне. В общем, я очень довольна этим позитивным и весьма сладеньким артиком. Надеюсь, мое видео вас хоть немного вдохновило. Так что готовьте и рисуйте с великим удовольствием. Всем удачного творческого дня и пока-пока!